Всем привет. Давайте откроем карточки в испытании выжившего. Как обычно, остается 3 минуты. Второе место 35 миллионов. Я думаю, мы без проблем его заберем. Я к чему? Что очень легко забирать там первые, вторые места, когда нету каких-то явных вот таких мега-донатеров, которые просто вливают деньги в никуда. Вот он вливал деньги просто, чтобы забрать мыло. Он там радио открывал, там что-то на 100 миллионов каждый раз. То есть, ну, какой-то свой прикол у людей. В общем, он мне непонятен. К тому, что происходит здесь, я вернусь чуть позже. Потому что это сейчас немножко не входит в наш. А нам нужно открыть 150 карточек. Поехали открывать. Оп. 2.21 остается. Посмотрим, что нам нападает. Вот, маги уже хорошо. Как обычно, друзья фиолетовые побежали толпой. Давай больше беги, больше. Нужно больше золота. Вот, двайт. Я даже не помню. Нет, он у меня не собран. Я же вчера его смотрел. Думал, может быть, его собрать. Так, тут золотые штучки попадали. Ну, главное, золотые штучки снаряжения, потому что собранные герои, в принципе, у нас они и так имеются. Так. Пока не хотят падать. Давайте посмотрим. Надо собрать на 18 миллионов наш. Остается минута 23. 35. Да, я думаю, есть смысл открывать. Так, что нам нужно? 60 их открыть. Можем 80 открывать, чтобы уж нас точно не дынул. Раз. Два. Вот, Шейн, который у нас переполненный. Магна, по-моему, я тоже собрал. У нас только два не собран. Ничего себе, что там? Пять героев, золотая штучка. Жесть какая. Ну, Лидия, которая 100 лет нам не прибегала. Ну, золотые кусочки снаряжения, самая пушка. О, ничего себе нам тут набежало-то, да? Так, нам еще... О, да у нас они уже собраны. Ну и ладно, пускай будут. Вот таким вот должны быть открытия, чтобы у вас золотые герои сыпались, чтобы вы их могли собрать. А не то, что, блин, сидишь, думаешь, блин, где бы взять их. Так, ну мы еще одну на всякий случай откроем, а то нас опять обгонят, и мы опять еще одну маги потеряем. Ой, еще одну помел. Вот целый Морган прибежал. Кто-то вот... О, Морган и Рик, это то, что все... Да, четвертый, чтобы прям уж это... Вот, набежала дядя к нам. А все, что ли, уже испытание закончилось? Ну, давайте тогда забирать наше второе место. Хи-ху! Супер. Супер.